Следующая новость уже оптимистичная из соседней Туркестанской области. Здесь сельчане получают финансирование по государственной программе «Аула Маната». Одна из них – героиня нашего материала, многодетная мама, которая прошла путь от безработной до бизнес-вумен благодаря этой господдержке. Мой коллега Шуддин Саидов расскажет подробнее. 5 литров парного молока – это дневной удой. Вечерние буренки дают вдвое больше, рассказывает Айнур Кожанова. Молоко домашнее, натуральное, поэтому раскупают сразу. Я раньше сидела без работы долгое время, да и муж тоже. Потом решили взять субсидии по 2,5%. И не жалеем об этом, развиваем свое дело. Семейный бизнес сегодня пошел в гору, говорит глава семьи. Госпрограмма помогла многим в Туркестанской области. Люди, получившие субсидии, сегодня продают молочные продукты, а также сдают мясо. Мы взяли 5 миллионов тенге, а скот я привез из Жамбылской области. Выбирал сам. Спасибо большое за финансовую поддержку. Сами бы не смогли открыть бизнес. В Келесском районе таких предпринимателей десятки. В 2023 году на развитие сельского хозяйства по государственной программе здесь направили 1 миллиард 400 миллионов тенге. И сегодня все проекты успешно реализуются. Дополнительно поддержку окажут и жителям еще 4 сельских округов. В аулах Алпамыс, Бырлесу и в других выданы гранты на новые проекты. Направления разные, выращивают даже виноград, есть птицефермы и многое другое. Всего благодаря программе «Аул Аманата» в регионе реализовано почти 2700 проектов. Тем самым работой обеспечены более 4000 человек. В 2024 году на эту программу в регионе выделено 19 миллиардов тенге. Шудин Саидов, Абзал Турабеков, Жибек Жолы, Туркестанская область.